Техническое оснащение – гарант успеха сельского хозяйства. От качества оборудования напрямую зависит результат работы в полях. На совещании специалисты со всех уголков страны обсуждают актуальные вопросы – подготовка кормоуборочной техники, обеспечение запасными частями, сервисное обслуживание. То сотрудничество, которое организовано между Министерством промышленности, Министерством сельского хозяйства, Бобруйская Ромаш, найдет свое отражение в качестве выпускаемой сельскохозяйственной техники для уборки кормов. Мы отслеживаем тенденции и видим, в какую сторону идет развитие западноевропейских сельхозмашиностроителей и стараемся выбирать для себя наиболее простые, доступные и в то же время эффективные варианты конструкции и типа машины. Увидеть своими глазами. Для участников совещания проводят экскурсию по предприятию, знакомят с техническими мощностями. За почти полвека в арсенале у Бобруйска Громаша колоссальный опыт в сфере производства и реализации продукции для аграрного комплекса. Кроме того, мы в области впервые испытали и активно начинаем использовать это сеялки Березина 9600. Я могу с уверенностью сказать, это достойный агрегат, который может работать в сельхозорганизациях. Ну и линейка техники, которая изначально выпускалась и выпускается Бобруйска Громашем, она востребована, она используется, она по ценовому фактору одна из привлекательных цен. Железные помощники для сельского хозяйства. На масштабной демонстрации техники порядка 45 машин. Всего в ассортименте у Бобруйска Громаша более 120 наименований. Во время экскурса проходит активное обсуждение организации производства новинок. Центр научно-технических разработок – настоящая гордость компании. Всегда готов отвечать запросам времени. Мы представили сегодня такие косилки, как КДН-9. Это наша прямо-таки новинка, которая идет только второй год у нас, еще в разработке находится. Представили новый пресс-подборщик ПРФ-145СШ, который формирует рулоны сеной, соломы с обмоткой, сеткой. Считаем, очень по повышению по производительности это очень хорошее решение. Держать марку Бобруйска Громаш – одно из ведущих предприятий города. Компания уверенно о себе заявляет не только в каждом уголке Синьока, но и на международной арене. Зеленая техника демонстрирует качество белорусской продукции более чем в 50 странах мира. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.